Всем привет! В этом видео я вам расскажу об Эпик Сансе. Представьте, что Санс стал еще Сансе. Так вот, это и есть Эпик. Он очень эксцентричный и харизматичный. Он всегда на позитиве, даже в самые жуткие моменты. Он из той вселенной, где все драки происходят очень эпично. Эпик Санс носит фиолетовую одежду. Также у него на левом глазу шрам. Он постоянно веселый и на позитиве. Но он может стать неожиданно серьезным в любой момент. Он часто использует слово «бра». Если перевести по смыслу, то «братан». Эпик – мастер шуток и приколов, поэтому его иногда называют «лордом мемов». Его самый обожаемый прикол – это пищащая резиновая курица. Эпик из еды очень любит печеньки, и даже в неподходящей ситуации может про них заговорить. Этот Санс обладает неимоверной силой. Он может вызвать огромные гастробластеры, огромное количество костей, а также телепортироваться. В отличие от оригинального Санса, Эпик не показывает поводу для усталости. Он вообще не ленивый, он всегда чувствует себя лучше всех. Санс известен всем в своей вселенной, он является королевским ученым. Для Асгора он лучший друг, именно он свел его с Ториэль, поэтому Азриэль называет его дядя. Да, во вселенной Эпик Тейл Азриэль не стал цветком. Эпик Тейл имеет две истории. Персонажи Эпик Тейл живут в подземелье, но монстры очень хорошо продвинулись в плане строительства. У них очень необыкновенные и высокие дома. Первая история начинается с того, что в подземелье падает человек по имени Чара. Он смог подружиться со всеми монстрами, но он обнаруживает, что его душа не имеет никакого цвета, а значит и не имеет характеристики. Затем он сходит с ума и убивает Азриэля, а затем и всех, кто встает на его пути. Дело доходит до Андайн, которая всеми силами защищала монстров, но в битву ворвался Эпик Санс. Но в итоге, когда Санс схватил его и спросил, где Азриэль, Чара разозлился и уничтожил мир, перезапустив его. Санс очнулся после перезапуска и встретил Фриск, рядом с которым парили другие души людей. Немного пообщавшись, через некоторое время Санс находит Азриэля, который просил о помощи. Потом они находят вместе Чару с белой душой монстра, который в итоге приходит в себя. Оказывается, во всем виноват Фриск. Он рассказал, что пытался создать новую душу с характеристикой ненависти. Он питал ненавистью Чару, что в итоге привело его к сумасшествию. Эпик пытался атаковать, но Фриск схватил его душу. Тогда Санс начал распадаться в пыль. В итоге все равно Фриск перезапустил таймлайн. Во второй истории... Сейчас вам расскажу, что было во второй истории. Я, короче, мучился с этим комиксом. Смотрите, я хочу, например, выбрать 20-21 страницу, а куда мне кидают? Правильно, на первую пятую страницу. Сейчас страница 23-24, я нажимаю Next, а куда мне кидает? А, меня никуда не кидает. Ну, nice вообще, меня никуда не кидает. Страница 22, next, куда мне кидает? Правильно, меня кидают этой же страницы. 115-118 страница. 111-114. Идем дальше. 105-110. Господи, почему комикс разбросан просто? Я не знаю как, почему он размешан как-то. 18-19. Откуда эта страница 18-19 здесь взялась? Какого хрена? Какого хрена? Продолжим. Во второй истории из всего этого перемешанного дерьма я узнал вот что. Все началось с того, что Фриск падает в подземелье. О господи, неожиданность. И его находит Ториэль. Фриск смог подружиться со всеми монстрами, но все портится, когда Гастер убивает человека, чтобы получить душу решимости. Ториэль пыталась остановить его, но сила решимости не поддалась ему, и он расщепился. Вскоре последователи Гастера находят эту потерянную душу. Они вместе с Эпик Сансом пытались изучить ее, но душа вырвалась на свободу. Эпик Санс начал эпичное сражение с зараженным Фриск, но битва так и до сих пор не закончилась. Короче, ничего не поменялось, смысл остался тот же. Эпик Санс сражается эпично с человеком. В Эндерверс Эпик является другом Кросса, он часто над ним шутит и пранкует. Надеюсь, в следующем сезоне Underverse нам покажут их дружбу и, возможно, покажут, как они познакомились.
Что ж, вот такая вот история Epic Sans'а. Да, у него две истории, ну, что поделать. Напишите в комментариях, какая история вам более симпатична. Хотя и там истории очень странные. У Фриски и у Чары очень непонятные мотивации. Ну и обязательно напишите, на какого Санса сделать следующее видео об истории. А я заканчиваю этот ролик. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И удачи, братан!